Мальчишки, радостный народ, вас так приветствовал гений Пушкин. Какой сейчас век, какой сейчас год, а ваши ушки на макушке. Неистребима кутерьма среди девчонок и мальчишек. Поэт вот так сказал не зря, ведь жизнь замрет без шалунишек. Он в детстве в царском том селе охочий был и на забавы. Кудряв, подвижен, и везде звучало Пушкин, браво, браво. Его любили уже музы, и в келье только стихнет день перед конторкой в белой блузе. Он был послушен только ей. Ребята, вам здесь улыбнулось шагнуть в мир с пушкинской звездой. Стихи пишите и живите, и шалите. Зовет ваш поэт вас за собой. В Кумертауской детской художественной школе 13 февраля начала свою работу выставка под названием «Душа в заветной лире». 6 июня исполнится 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно ему и его произведениям был посвящен этот конкурс. Маленькие художники с большим вдохновением и энтузиазмом приняли участие в проводимой выставке, ведь сказки Пушкина они знают и любят с малых лет. В этом году юбилей Александра Сергеевича Пушкина, исполняется 220 лет ему со дня его рождения. И к нам обратился директор музея имени Пушкина в деревне Шабагиш, это известный музей, Рафик Гибетрахманович Аминов, с такой просьбой организовать выставку, конкурс в нашей школе. Произошло это спонтанно, она не запланированная выставка, это конкурс. Довольно-таки недавно он к нам обратился, но дети с большим энтузиазмом откликнулись на это предложение, и преподаватели тоже, потому что все дети любят сказки Пушкина, стихи, его прозу. Мы постоянно рисуем, делаем иллюстрации произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич является величайшим русским поэтом. Он оставил миру множество своих произведений – прозу, стихотворения, романы в стихах. Но для детей Пушкин известен как прекрасный сказочник, чьи сочинения знают наизусть даже самые маленькие слушатели. Поэтому воспитанникам детской художественной школы было предложено вспомнить бессмертные произведения Пушкина и поучаствовать в конкурсе рисунков и поделок. Совместно с художественной школой организатором конкурса выступил Шабагишский музей имени Александра Сергеевича Пушкина, где хранится более 40 тысяч экспонатов. Директор этого музея Рафик Аминов поблагодарил детей и преподавателей за участие, а также отметил, что все конкурсные работы с выставки будут переданы в музей. Музей неоднократно проводил заочные конкурсы рисунков на темы «Пушкин глазами детей страны», «Дети Пушкину» и другие. И вот в этом году это у нас новый проект, совместный проект вместе с преподавателем с вами, провести вот такой конкурс, и решили этот ваш все ваши работы, они будут переданы в наш музей, где находится около 30 тысяч рисунков, начиная с 1979 года. И мы будем пока организовать новые выставки, используя ваши работы. В конкурсе приняли участие порядка 60 работ воспитанников детской художественной школы. На выставке можно было увидеть и золотую рыбку из сказки о рыбаке и золотой рыбке, и золотого петушка из одноименной сказки «Сказка о золотом петушке», и трех девиц, сидящих под окном. Самые яркие работы были отмечены дипломами и грамотами. Рената Гайсина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».